пока суть до дела, выпустил каштана оттуда. Загуляла у меня черноспинка, та свиноматка, которая не загуливала. И я каштана выпустил и делаю приманку. Каштан, все, давай на выход. И он сюда пришел, черноспинка его понюхала. Анфиса покрыта, а черноспинка у меня не загуливала. И вот каштан тут для запаха. Сейчас его понюхал, и вечером уже будет готово. И вечером, я думаю, ее сегодня же и покроем. Сейчас вам покажу ее. Так, это Анфиса, то кабанчик, а он черноспинка, вот так, под стенкой. Она темная, спина темная у нее. Вот, вот это, вот, смотрит на нас. Это черноспинка, фигуристая свиноматочка. Думаю, не буду этот, пускай тоже ее покрою. Давай, каштан, на выход. Давай, каштанчик, давай, 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 каштан. Сюда. Он хоть у меня и слепой, но ходит нормально. Перехнул. Куда мне надо, он уже привык. Каштан, давай сюда. Каштан, пошли. Каштан, пошли. Сейчас будем выгонять его. Пускай уже пасется. Давай, каштанчик, пошли, пошли, пошли. Каштан, пошли. Давай, пошли. Давай, пошли. Пошли, пошли, пошли. Давай, пошли. Пошли, пошли. Да, да. Давай, пошли. Ну, куда? Пошли. Давай. Пошли. И все, она его понюхала, каштана. И он сейчас попасется, травки чуть-чуть пожует и пойдет на свое место. Но мне каштана, допустим, выпускать, каштанчик, каштана выпускать, чем хорошо, он у меня не роет ямы. Вот один со всех, что не роет ямы. Он ходит, пасется, спокойно он. Вот так. Ну, рыть носом ямы он не роет. Это... А так любую выпусти. Сейчас выпусти, допустим, тех свиней сюда. Анфису, киевлянку и черноспинку. Они будут рыть. А этот не роет. Он спокойно себе ходит, пасется. И сборы они в очень хороших отношениях. Короче, занимаемся отмостками по периметру. Сейчас только начали. Ну, такого типа. С этой стороны торец уже подсыпанный. И та сторона задняя тоже подсыпана, готова под отмостку. Занимаемся отмосткой. А также Аська заболела. Походу у нас Аська отравилась. Сейчас вам ее так покажу мимолетом. Я ее тут в сарае держу, чтобы она нигде ничего не наелась, не ухватила какую-то мышу или косточку. Вот тут она. Ей он только-только намешал молока с творогом. Дали ей ранитидин, сырое яйцо. И вечером придет ветврач, посмотрит и будет что-то, наверное, колоть. Она у нас полностью проколота, то есть вот всех этих вакцин сделаны. Ну, походу траванулась, а что-то живут. Ася, она и похудела сильно. Ася, Асютка, Асенька, Аська, Ася. Вон, вообще никакая.
Ну, видно вяло. Я еще это вчера заметил, что вялое. Не бегает, не этот. Похудело сильно за 2 дня. Короче, мы ее не тревожим. Тут она в сарае. Тут не жарко. Вот на улице жара, у нас тут холодно. В сарае. Вот так. Ну и дальше замешиваем. Будем дальше сейчас колотить. Вот так вот делаем такого типа. Нормально будет, пойдет. Чисто для воды, чтобы вода под сарай не подходила. Там я там знаю. Ну, сделаем, да и все. Вот так каштан у меня. Вот, смотрите, вольный выгул. А я ж знаю, любого выпусти или любую. А они сразу роют, нарывают. Бегать начинают. Этот у меня спокойный. Не знаю, иногда подумаю, что кастрировать его и пускать на копчение как-то и жалко. Смотрю, не сильно он у меня сейчас похудел. Не сильно и большой такой, чтобы сказать, проблемный кляк. Здоровый. Ну, я не знаю, вот это или оставить себе дюрка, или оставить себе кантора. Как бы думаю, если будут F1 у меня покрывать, лучше, наверное, кантором, чтобы там был процент и дюрка, и петрена. Может оставить себе кантора на хряка. Ну, после каштана. Я готовлюсь заранее к эфкам, чтобы их покрывать, чтобы был хряк. Хотя и этим, ну, этот, наверное, же их намного от них больше. Ну, посмотрим, какие они там будут, эфки, и будем уже принимать какое-то решение. Это что касается хрячка, какого я себе оставлю. С этой партии дюрков, что у меня сейчас, я не оставлю никаких хрячков к себе. Мне там не попадало, моего, грубо говоря, типа придавила она. И оставлю со вторых, или подожду канторшу. У меня одна канторша покрыта искусственно пьетреном. От нее, может, оставлю. Типа как кантора с большим процентом пьетрена. Думаю, так. Ну, а там посмотрю уже, будет видно. Ну, каштана, он хоть и привык уже ко мне, и ходит на мой голос, и вот слепой ничего не видит. Я его перевожу с того сарая без проблем, сюда, если надо, туда. Или там вокруг, куда мне надо. То есть вообще без проблем. Ну, не знаю. И он у меня не буйный, не спокойный, обычный хряк. Да, каштан? Каштан. Спокойный, хороший такой хрячок. Вообще беспроблемный. Вот так я его ловлю. Пошли, пошли, пошли. Пошли, вот так. Вот так. А если каштан не идет, то... А если каштан не идет, тогда до каштана отправляем свинок. И все, вот если надо. Вон морды торчат уже, унюхали хряка. И каштан унюхал. Вот Анфиса. Это Анфискина морда, сразу вижу. Хитрая. Да, Анфиса? Покрыт? Ну, вот так. Заколачиваем. С нами еще Богдан работает, но сегодня пошел в школу, им там надо что-то. Собрались они там. Сейчас придет со школы, тоже будет помогать. Так, друзья, а ну, Санька, пройди туда. И что там? Сядь по центру. Вот зачем мы делаем диван. Вот с этой позиции можно вести стрим, когда аквариум будет уже
фунциклировать, мы запустим туда рыбок, подсветочка будет, и можем вести стрим когда-никогда, вот, вот так нормально будет. Да, Саня? Саня, может, тоже будет на стриме. Иди уже со своим стримом. Короче, друзья, что у нас по нашим работам? Тут-то сделали. Уже 4 часа вечера. Тут мы сделали уже эту сторону. Тут уже не стали делать опалубку. Сделали так, на нет сошли. Ну, тыльная сторона пойдет. И также здесь. Вот так. Тоже без опалубки. На нет сошли. Ну, слой сантиметров 6-7 где-то такой. Ну, функция какая? Отвести воду, та с крыши, который снег будет падать, каша, вода, отвести от здания и все. Вот это что оно выполняет, какую функцию. Все равно отмостки обновляются раз там у 2-3 года. Поэтому тут решили так, и цемент уже заканчивался. Я так рассчитал по цементу, что у меня было, и все. Вот посмотрите здесь, какой участок. Это я от забора отошел, по-моему, 4,5 метра. И здесь можно сделать летний выгул для свиней гулять. Но тут у меня груша хорошая. И груша каждый год родит хорошо. Молодая, садил, не помню сколько, года 3 назад. Груша хорошая. И мне сами груши нравятся. Вот так. Это мы делали торец с кусков, с обгрызков, с обрезков. То есть со всего такого, что оставалось. Именно сторону закрыли с кусочков. Нормально вышло. То есть вот тут я планирую, если будут двери, к примеру, двери сарая, тыльная сторона. Или сюда выводить, допустим, там на мясо. Или сюда навоз вывозить, а потом забирать, как-то вывозить. Или в прицеп вывозить навоз, а потом вывозить туда. Ну, не знаю, вот эти вот моменты надо обдумать. Точно как. Будет еще неизвестно. А так, в принципе, вот сколько территории гулять. Ну, летний выгул. Забор сделать понизу. И здесь тоже. И загонять их сюда. Он загнал так в угол. Тут какую-то перегородку поставил. И отсюда уже с летнего туда. Ну, к примеру. Как вариант. Я думаю, нормально будет. Все, вот у меня место получается. Тут а так вот получилось. Нормально. Тут сильно толстый слой. Мы здесь делали порог 10 сантиметров. Ну, лицевая сторона, потому что здесь буду выравнивать, еще подсыпать. Вот это убирать, вот эту часть, этот бугор тоже выравнивать. Тут есть свои еще планы. Ну, а тут а так сделали. Нормально будет, я думаю, пойдет. По безнадеге пойдет. И вот у меня место получается. Вот здесь я могу свой участок, он у меня дальше идет, и выровнять забор. И здесь что-то строить. Ну, если надо будет. У меня там два варианта по постройке. Я потом позже в сообществе выпущу на голосование. И будем голосовать, что строить дальше. И там у меня спинка загуляла, я смотрю, сейчас будем ее покрывать. Вот так. Санька уже чай поставил, сейчас попьем кофе и будем управляться, убирать и давать. Всем пока.